В городе Нерюнгри, в школе «Арктика», которая любезно предоставила помещение для занятий, был проведен семинар по переводу Библии на ивенкийский язык. Конечно, перевести всю Библию сложно, поэтому начали работу с перевода библейской поэзии «Псалмов», в которых выражены глубокие чувства и переживания. Руководителем семинара была магистр богословия из Института перевода Библии в Москве Ану Маннерма. Главным же редактором перевода на ивенкийский язык и соруководителем является Надежда Яковлевна Булатова, ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук, носитель и знаток ивенкийского языка и культуры. Участники семинара, хорошо знающие и пропагандирующие ивенкийский язык и культуру, были из разных уголков России и Якутии. Из далекого Таймыра приехала Татьяна Васильевна Болина. Болина – это я по мужу, у меня муж эйнец. Вот. А я сама родом из рода Хукачар. Хукачар – это топорики, крепкие люди. Вот, Хукачары, вот мой дедушка Хукачар, кочевал через горы Путараны. Раньше Хукачары жили на Агате, были богатыми оленеводами. Но мой дедушка на Хантайском был простым рыбаком. Оленей у него не было. Отец у меня был председателем сельского совета, председателем колхоза. Мама тоже работала в сельском совете, кассиром, счетоводом. Они тогда у нас в Дудинке был такой техникум. Назывался он «Школа колхозных кадров». И они там все получали образование, вот наши ивенки особенно стремились к этому. Но я очень часто ездила к своей бабушке. Бабушка у меня кочевала со своим мужем, он возил экспедиции по горам Путарана. Вот. А дедушка мой же, у нас вот прямо недалеко от поселка есть такой огромный камень, который называется СКА, священный камень ивенков. Туда вот мы ходили всегда, поклонялись этому камню, просили что-то. И вот как раз вот над этим камнем стояли чумы рыбацкие, и там жил мой дедушка. Можно было всегда дойти пешком. Вот. В настоящее время теперь там у нас наше родовое кладбище. Вот. Ну, закончила я Игарское педучилище, получила диплом. Я работала в поселке 33 года, в родном поселке 30 лет я отработала. Учителем начальных классов, преподавателем ивенкийского была, языка была, преподавателем истории. Когда приехала в Дудинку в 2003-м, стала работать в Таймырском колледже. Там я работала воспитателем в общежитии студентов и преподавала ивенкийский язык. С 2006 года я стала уже... Меня пригласили в Таймырский дом народного творчества, так как нас, ивенков, очень мало. А тем более, вот у нас есть, конечно, свои, как бы, медики у нас были, свои были эти, специалисты были свои. Но вот учителем так получилось, что я была одна, и вот пришлось вот это все на себя и взять. То есть в Таймырский дом народного творчества уже в 2006 году я попутно работала ведущим специалистом ивенкийской культуры. И вот сейчас уже постоянно перешла работать, работаю вот в Таймырском доме народного творчества ведущим методистом по ивенкийской культуре. Что же делается для того, чтобы сохранить ивенкийскую культуру? Вот у нас вот только с 2006 года даже на Таймыре даже не знали, что там живут ивенки. А мы даже не относились, вот как тогда, раньше в советское время получали какие-то льготы, мы даже не могли относиться к этой культуре малых народов, потому что, ну, мы считались, ну, раз вы с ивенки, вы с ивенки все это получаете, а тут мы уже считались просто вот, даже и не знали, что есть ивенки. Вот с 2006 года я начала как бы заниматься, до этого я писала просто статьи. У меня мама была такая, она знала очень много сказок, она знала много интересного. Она говорила: «Таня, слушай, пиши».
Я много знаю, говорит, вот, о хороших людях, я могу рассказать, я могу сказки какие-то рассказать. А было некогда, ну, значит, в поселке учитель и прочее. Мамочка потом. Статьи я писала про Хантайское озеро, про Эйвенков писала, а уже вплотную в 2006 году занялась, и мы должны заниматься, кроме этого, издательской работой. Так как о Хантайских Эйвенках вообще ничего не знали, к нам приезжал только в 1959 году Владилен Тугалуков, написал очерк, а ученые к нам не приезжали. Во-первых, мы жили очень далеко, и к нам было тяжело добраться. 2011 года у меня вышла вот маленькая книжка «Хантайские венки». Это была первая моя книжка. У меня вот есть фотографии. Затем вышла... А сначала мне вышла имена хантайских и потаповских венков, потому что Потапова тоже живут венки, но они совреченские, с Труханского района. Вот, имена. Я даже не знала о том, что есть такие, у нас были свои национальные имена. Вот. Случайно бабушка, вот моего отчима, сестра, как-то сказала: «Черпанович». Я говорю: «Что это такое?» «А это имя». Значит, это человека звали, мужчину, значит, это искра из трубы вылетает. Вот такой он быстрый, шустрый был. Ну и вот, затем, вот недавно, потом у меня еще одна книжка вышла, «Воды не мнакар». Я там собрала детские сказки, ну, сказки про животных для, для детей начальных классов. Это было с управления образования такая просьба. Издала вот такую книжку. Она на эвенкийском и на русском языке сказки там записаны. Ну и постепенно в течение всего этого времени готовила материал уже полностью о хантайских эвенках и вообще об эвенках. И вот недавно вышла вот такая вот книжка «Путаранил Нимгакар». Мы живем у горы Путарана, на берегу красивого Хантайского озера. И вот здесь собраны сказки. Иллюстрировал эту книгу. Я уже года три сотрудничаю с Салаткиным Сергеем. Это заслуженный художник эвенкии. Вот он и вот такие красивые иллюстрации делает. Ну, в этой книге, значит, у меня собраны рассказы хантайских эвенков, сказки собраны. Ну, а так как можно обойтись эвенком без загадок, без пословиц, без заповедей наших хиты, без наставлений? Естественно, этот весь материал, так как пользуемся-то мы все, хотя мы перешли через горы, уже живем как бы одни, нас очень мало, но мы соблюдаем эти правила, эти заповеди, эти наставления постоянно, какие-то обряды у нас сохранились обязательно. Татьяна Васильевна, а теперь давайте перейдем к обрядам. Какие обряды у вас сохранились? Вот какие-то праздники вы там проводите или нет? И при этом какие обряды используете? Обряды хантайские, вот чисто хантайские, так как я с Хантайского озера, я бы сказала, что у нас был вот этот вот камень большой, он до сих пор вот это огромный-огромный камень, больше вот этой вот комнаты. Даже намного больше. Мы туда ходили, туда венки приходили, в расщелины ложили что-нибудь, монеточки, пуговички, какие-то тряпочки. А когда уходили мы в лес, наши вот, даже мы сами ягоды собирали, обязательно тоже бросали монетку, на дерево вешали тряпочку какую-нибудь, а еще... Были вот такие дельбирчики у нас назывались, они дельбиры, на веревочку нанизывались разноцветные тряпочки, и можно было повесить хвосты пушных зверей, но только не медведей и не волка. Все должно быть красиво, черного цвета не должно быть, и вот эти вот вешали, это уже специально делали. Венки, когда уходили на охоту. И, естественно, у нас есть вот то же самое имты, кормление и почитание огня. Каждый раз, когда уходили, мы кормили. И гости, когда приходили, тоже кормили огонь.
А когда гости приезжали, был у нас еще такой обычай. Вот оленцы, это так, между прочим, такой обряд проводили на Тунгусском конгрессе. Вот у нас этот был обряд. Вот так ставится олень. И вот, соответственно, хозяева с этой, значит, гости, они сначала жмут себе руки, и только после этого поднимается фамилия. Здоровый. Да, здоровается. Да. А сначала через оленя они здороваются. То есть обязательно у нас был старик Елагер Петр Михайлович, знаменитый рыбак. А вообще род Елагер – это были самые богатые оленеводы. И вот когда мы создавали вот эти колхозы, отели, вот один из этих братьев Елагеров отдал своих оленей для этого колхоза. И при них служил, как бы, был бригадиром, пастухом. А этот был, второй его брат младший, он был знаменитый рыбак. Они оба были орденоносцы, орден Ленина носили. И вот он обязательно ближе к весне проводил этот праздник, водил хоровод по поселку Йохарьё, который в Красноярском крае вот это ведут. Ну, естественно, вот очень много было обрядов. И наставление, мама мне всегда говорила, вот что-то нельзя делать, так нельзя делать. И у нас было все голому. Старики очень бережно относились к природе. Лишнего с природы не брали, землю берегли, деревья лишние не рубили. И говорили как? Дундаве и дуиндинде, а явкал, одекал. Землю, на которой ты живешь, люби, береги. Вот. И вот это мы соблюдали. А еще говорили как? Аги боево опки. Женщина создала мужчину. Или как? Человек. Воспитала человека, мужчину. Вот. Ну и были вот, например, предположим, почитание к старшим обязательно. Агдылва, аявкал, одёкал, экологит-то нуарнунты. То есть надо было к ним очень... Я это видела, например, когда вот к нам приходили гости, она их сразу сажала за стол, она их кормила, она с ними очень ласково разговаривала. Вот. И вот это вот почитание к старшим, оно мне как в крови. У нас вот есть, у нас как бы в Таймырском доме мы создали этническую, фольклорную венкийскую группу Юкте, родник. И у нас есть наша хантайская бабушка, наш, так сказать, последний из магикан. Ей 80 лет, вот в этом году мы отмечали. Вот когда она меня ругает, я ее слушаю. А мне тоже уже 72 года, она меня вот когда ругает, я ее всегда слушаю. Что скажет, то и буду делать. И вот это вот, вот это, я считаю, почитание к старшим надо воспитывать в детях. Ну, я не скажу, что мои дети тоже очень в этом отношении тоже. Они почитают старших, уважают. Вот. А вы сами какие-то песни венкийские поете? У нас поющая наша вот эта 80-летняя бабушка. Но когда надо, я пою. Когда вот приходят к нам туристы, у нас имеется вот такая площадка. Таймырская ойкумена. И там у нас стоит 5 этнических чумов. Это долгане, ненцы, нганасаны, энцы и эвенки. И когда я их встречаю в своем эвенкийском чуме, я рассказываю про быт, историю про эвенков. А в конце, мы, когда выходим из чума, мы заводим хоровод, йохарьё, и начинаем я петь. И я говорю как, эвенк едет по тайге, и поет. Что видит, то и поет. И я тоже так же говорю вам. Вот вы приехали гости. Вы, они обязательно их приводят сначала в Путораны. Это, говорю, наши горы венкийские. Вот я живу как раз там, говорю, где Хантайское озеро. И
И поют, то, что вот вы побывали в Путаранах, там у ветка говенки, где кочуют, а вы приехали со всей России, и начинают причислять название городов, давайте споем, станцуем. Ну, им это нравится. Ну, конечно. Татьяна Васильевна, а теперь немножко скажите, вот Путараны, это как-то переводится, или это просто какое-то такое название? Ну, вообще Путараны, это эвенкийское название. Даже Хантайское озеро раньше называлось Путарама. Угу. Вот. Но точно как это переводится, я знаю, что это слово путе. И типа того, что вот как бы вот, что горы вот так, они же идут как, это называется плато Путарана. Они же такие вот, что такие обрывистые, раз, и вот так вот сразу вот, типа вот это вот переводится. А еще вот у меня, мы для школ, тоже как бы заказ управления образования, мы сделали пятикнижье. 5 учебников. Это 5 народностей, 5 учебников. Первая часть – это быт и культура народов. Ага. Вот. И книгу вот про венков, быт и культуру венков всей России писала я, но так как я одна в единственном числе. Вот. Но мне пришлось, конечно, много книжек пересмотреть. Мне еще всегда, я когда что-то пишу, всегда думаю, что про меня скажут там южные венки, что там скажут венки там, или же Байкала. Мне всегда бывает как-то страшно, вдруг что-то я не то напишу. Ага. А вторая часть идет фольклор. Фольклор и венка, вторая часть, тоже я писала, но собирала тоже сказки, не только наши, а сказки всей России. Вот кто вот, по Аюгера, потом южных, байкальских, иркутских, и вот и загадки тоже, вот это все вместе с сборной, вот такие книжки мы еще издаем. Скажите, а вот вашу книгу «Фольклор», ну, можете нам какую-нибудь коротенькую сказку написать? Вы знаете, во-первых, это написано, эта книга написана на северном наречии хантайского говора. Этот говор как бы даже немножко отличается от венков венкии. Вот да, но мне ученые как бы сказали, что говорит, надо вот так ну, писать именно так, чтобы сохранить историю, написать именно на вашем говоре, да. Ну, вот я такой коротенький. И такие сказки, между прочим, есть и у других эвенков. Хулаки боял таки эмасо. Боял нуганман туитта, хулаки гунан. Бегунду баладям, аравахур исосилдам. Минду халкасана мапкалду. Калакасан мабуколду, долбо дюлджем. Баяла лавон буре, долбо хулаки гурусо, арорва тайолча. Тыркаса, баял гурулда арорва исидовар. Хулака, эдянан, амре хулаки асин, арор асир. Дун-даду и ела родил, герам дал бедеры. Хулаки рорваты депчо, туксаса. Тук де хулаки боял дук тукса депки, боял нуанман дяргадяра, улок гуна. Лиса пришла в гости к оленеву, да? Люди ее угостили разными блюдами. И лиса говорит, я вам помогу, посторожу ваших оленей. Принесите мне молоток, котелок дайте. Ночью надо будет поесть. Люди все ей дали. Ночью лиса пошла стеречь оленей. Наступило утро. Мужчины пошли посмотреть оленей. Приходят, лисы нет, оленей нет. На земле рога, кости оленей. Лиса съела всех оленей и убежала. С тех пор лиса убегает от людей, а люди ее называют врушкой. Есть вот такая вот сказка, как люди обманули зайцев. Есть такая, что где люди решили поесть зайцев, а раньше зайцы были как люди, у них были свои шаманы, и вот они решили съесть зайцев, пригласили как бы к больному. А шаманы пришли, и вот, а этот
дышит, который говорит больной. Дверь закройте, говорит. Ага. Закрыли двери, и вот шаман начал шаманить. А дети, которые сидели, начали их убивать. Они не знают, куда деваться, а так как били их вот этой кочергой, конецы уже черные, сажи, кончики ушей у зайчиков черненькие. Но все-таки некоторые убежали, зайчики, и с тех пор они от людей убегают. А когда их поймают, зайцы плачут, и даже слезы льются. Наш Таймырский дом народного творчества выпускает вот такие календарики. Они могут быть в виде мамонта у нас выходил, в виде оленя, в виде чума. А это, и то есть это вот одно где-то сказки всех народов там описаны. В другом орнаменты всех наших народов. Здесь три календаря. Древнейший календарь наш, общевенгийский. Второй календарь – это календарь северных венгов, то есть это венки, это Агата, это Тутанчаны, это Хантайское озеро. Но оказывается, у нас на Хантайском был еще свой календарь, который показывал вот времена года. Вот, что, вот сейчас начало весны, конец весны, лето, зима, то есть вот так, и названия вот такие вот. Именно, например, называется так вот. Предположим, снег выпал, таять стало. Это одно время года. А солнце светит, там еще что-то показалось. Это другое время года. Вот таким образом, вот, целыми предложениями. Есть одна сказка, вы сейчас плохо, сказку, которую еще по молодости сочинила. У нас вот так озеро Хантайское огромное, вокруг горы Путараны. И вот это наш огромный камень. Священный камень венгов. А так как я все время туда ходила к дедушке, и, естественно, мы все дети вот на этом камне сидели, и, конечно, обязательно что-то там оставляли. И вот у меня такие воспоминания сохранились. Я даже в детстве думала, что вот когда-то вот этот вот, когда вдруг война, придут сюда фашисты, у нас камень так откроется, и мы туда войдем. А там такое царство богатое. И вот я сочинила, как бы сказку придумала. Вот она тут есть. Но напечатала я его где-то только в 75-м году. Амаски индисон аткан. Айпчукан чавак бисон. Нуэнман латин. Аявун китин. Хагдил дэл макталда. Иконкин, Аладутин Баланкин, а я волдануан байтконма омолгива, элмакта омолгибсан, нуан бисон улумни, баюмни бисон, ванкин баюнма. Давным-давно жила девушка, хорошая, красивая была, ее все любили, и старые, и молодые. Она пела, всем помогала. Полюбила она парня молодого. Парень был хороший охотник. Добывал оленя, добывал уток. Они поженились. Там же жил злой, плохой шаман. Он сам хотел жениться на той девушке, а парня решил погубить. 3 дня он камлал, чтобы парень стал камнем. И вот парень превратился в большой-большой камень. А девушка плакала, плакала, и от этого образовалось красивое Хантайское озеро. А сам шаман превратился в горы Путараны, которые окружили это место. Путарани, Хантайской, Амут, Лига, Воды. Вот такой интересный собеседник и рассказчик Татьяна Васильевна Болина, эвенкийка из Таймыра, которая все свои знания старается передать людям, своим сородичам, чтобы эвенкийский язык и впредь сохранялся на их родине.